Друзья, привет-привет! Сегодня сделаю небольшой обзорчик по кладочкам охотинки. Значит, сразу говорю, что это кладка Тигров Дарк. Охотина Тигр Дарк будет F3. Если кого-то интересуют такие малыши улетята, родителей можно посмотреть в предыдущем видео. А этих ребят я буду инкубировать. Конечно, не пугайтесь, оставлять я всех не собираюсь. Но этот вылуп у нас будет обширный, потому что долго, я, наверное, больше года ждала кладки от тигров. И несутся они не столь часто, как овумы и другие улиточки. Поэтому, естественно, эти кладочки, их две здесь, я оставлю. Но часть все-таки уже засушу. Отложила, и часть будет на инкубации. Так что, если кому-то интересно, то пишите. Напомню, я живу в России, в Ярославле. Если у вас какие-либо есть оказии, интересы, пишите, договоримся. Меня можно найти в Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграме. Всё, пока-пока.